Нам все кажется, мы – это я и семья. Нам все кажется, мы – быт, работа, страна. Или кажется нам, что земля есть наш дом. Отчего же иногда неуютно нам в нем? Центральная планета мироздания, бессмертная планета абсолюта, огромнее, чем несколько вселенных. Я о тебе мечтаю, Кришна Лока. Мы знаем и чувствуем, мы не отсюда. Духовный тот мир, настоящее чудо в этот мир открывает Господь ворота. Поспешите туда, поспешите скорее туда. Центральная планета мироздания, бессмертная планета абсолюта, огромнее, чем несколько вселенных. Я о тебе мечтаю, Кришна Лока. Там древо желаний растут повсеместно, там горе и злоб, и обида нет места. Нет места там ссорам, нет места войне. Никто не желает несчастья тебе. Господу очень приятно, в ответ он полюбит тебя десятикратно. Центральная планета мироздания, бессмертная планета абсолюта, огромнее, чем несколько вселенных. Я о тебе мечтаю, Кришна. Планета абсолюта, огромная.
Вайкунхи – это вечные планеты духовного мира. Кришналока – обитель Верховного Господа. Над этой обителью не властно даже время. Все, кто обитает там, и полубоги, и демоны, поклоняются Господу, как Его преданные. Царство Бога, или сфера Вайкунтхи, в три раза превосходит по размерам материальные вселенные. Наша Вселенная с мириадами звезд и планет всего лишь одна из миллиардов подобных ей вселенных. И все эти миллионы и миллиарды вселенных вместе взятые составляют лишь одну четверть творения Господа. Планеты Вайкунтхи простираются за пределами этого неба и составляют три четверти творения Господа. Творением Всевышнего нет числа. Ну что ж я плачу, Кришна? Ведь страдания ты даровал, чтоб проступил ясней твой лик. А этот мир исполнен увяданий и смены радостных и тяжких дней. Спокоен будь и в радости, и в горе, так учит Кришна в Гите нас. То песнь Господня, то великий глаз, то кладезь мудрости, и с ним не должно спорить.
В духовном небе плавают духовные планеты, называемые Вайкунтхами. Этим планетам поклоняются жители всех материальных миров, ибо на них обитает сам Верховный Господь и Его чистые преданные. Планеты духовного мира называют Вайкунтхами, потому что их обитатели не ведают тревог. Для них не существует рождения, смерти, старости и болезней, поэтому их жизнь не омрачают тревоги и печали. Вокруг планет Вайкунтхи летают великолепные воздушные корабли преданных Господа из лазурита, изумрудов и золота, от которых исходит яркое сияние. Это самолеты великих махатм, преданных Господа. Даже в окружении своих супруг, улыбающихся красавиц, они не поддаются искушению страсти, оставаясь равнодушными к их улыбкам и чарующей красоте. Божественное сияние делает женщин, летающих на них, прекрасными, словно молнии. Эта картина напоминает небо, украшенное тучами, среди которых сверкают молнии. Путь бхакти прост без изыска. Любовь всегда проста. Пой мантру, мантра выскажет, что он есть красота. Бриллиантовую россыпью Господь, сто солнц, сто лун. Воспомни имя Господа, воспой ему хвалу.
Господь являлся в этот бренный мир для нас. Он как Будда проявлялся, и как Матья проявлялся. Нам Господь являлся Рамой, Варахой и Нарасимхой. Богу человек не равен, к Богу нас приводит имя. У Господа и Его вечных спутников нет материальных тел. Все обитатели Вайкунтха-лок — это личности, и все они обладают духовными телами, которым нет аналога в материальном мире. В материальном теле заключено 5 источников страданий — невежество, отождествление себя с материей, привязанность, ненависть — и сосредоточенность на тех или иных объектах материального мира. До тех пор, пока человек находится в плену этих 5 видов материальных страданий, ему закрыт доступ на Вайкунтха-локи. Но своими материальными чувствами мы не способны понять и осознать Господа. Для этого мы должны очиститься от всех наслоений, приобретенных нами в наших предшествующих воплощениях. И если ты поешь сладчайшему Шри Кришне, лишь просто повторяя имена, и если чист ты, то Господь услышит, ведь Он сказал: познай меня, иди ко мне, пой мое имя, лишь просто Хари повторяй, и мантра все страдания снимет. Ты пой и звук доверяй.
потоки любви, в духовном блаженстве молю об одном у Кришны Хари. Утайше, вкусить твоего совершенства, тебя же прославить прошу, помоги.
на планетах Вайкунтхи растут благодатные леса, все деревья в которых — это деревья желаний. В любое время года эти деревья усыпаны цветами и плодами, поскольку на планетах Вайкунтхи все имеет духовную и личностную природу. Легкий ветерок, напоенный ароматом распустившихся цветов, разносит повсюду цветочный нектар. В духовном мире нет разницы между птицами и людьми. Там все духовно и исполнено многообразием. Они владеют несметными богатствами, и чтобы получить их, им не нужно изнурять себя непосильным трудом. Украшения, сделанные из золота и усыпанные драгоценными камнями, достаются им не в результате тяжелого труда, а по благословению Господа. Несовершенны чувства и дела, благи намерения, иное исполнение. Как велика судьба и как мала, непостижим Господь его творение. Очень грустные песни мы не
Царство Бога находится выше материальных вселенных, и попасть в него мечтает даже Брахма и другие полубоги. Духовное царство находится выше планет полубогов. Войти в царство Верховного Господа может лишь тот, кто обладает всеми добродетелями. У тех, кто искренне предан Господу, постепенно развиваются все лучшие качества. Обитатели Вайкунтхи живут в гармонии с Верховным Господом, поэтому сотворенный мир Вайкунтхи является совершенным. У обитателей Вайкунтхи нет причин для страха и беспокойства. Царство Бога настолько гармонично, что в нем нет места вражде и зависти. На планетах Вайкунтхи все жители совершенным образом служат Господу. Нет конца и нет края, о блаженство имен, на земле кусок рая, это Кришна все, он озаряет во звуке, на голоку маня, я тяну к тебе руки, и я пою имена. О, возлюбленный, милый, лучезарный, сладчайший, в мухамантре вся сила, о, Господь. Где моя любовь? Загляну в свое сердце, я нашла ее вновь. Как она далека, как она близка. Кришна с флейтой в руках танцует в роще Вриндавана. Я смотрю вновь и вновь, как прекрасны эти глаза. Я хочу не жить, а просто любить тебя. Сотни лет без любви, похожий на сон и на страшный бред. Пришло время любви, и больше выбора нет. Я хочу увидеть всю вновь.
духовный учитель показал мне мою любовь, как она далека, как она близка. Кришна с Гитой в руках танцует в рощах Вриндавана.
покажу тебе истинный дом. Шрила Прабхупада, спас меня. Что бы делала я, что бы думала я, хо, если бы я не пришла в Харе Кришна. We'll be right back.
излучающие сияние тела обитателей Вайкунтхи небесно-голубого цвета. Их глаза подобны лотосам. Они облачены в желтые одежды, и внешность их отличается необыкновенной привлекательностью. Все они находятся в расцвете юности. У них по четыре руки, и на каждом из них великолепные украшения. Сияние тел у некоторых из них подобно блеску кораллов и бриллиантов. Их головы убраны венками из лотоса. Женщины на планетах Вайкунтхи прекрасны, как сама богиня процветания. Наделенные трансцендентной красотой, они играют цветами лотоса. Браслеты на их ногах позвякивают при ходьбе. В своих садах богини процветания поклоняются Господу, и на выложенных кораллами берегах трансцендентных водоемов предлагают ему листья тулоси. Поклоняясь Господу, они видят в воде отражение своих прекрасных лиц с точенными носами. И их лица кажутся еще прекраснее от того, что Господь покрывает их поцелуями. Бьется сердце неровно, открывается ввысь, все на свете условно. Торжествуй или борись, суета оплетает, но искрится душа, мир иллюзии тает, тает весь земной шар. Во Вриндаване Кришны, с гопи в танце своем, пьют любви нектар высший, Кришна с Радхой вдвоем. Yeah.
никогда вас не обманет и нигде не подведет. А теперь все вместе, бриданки, каракалы, давай! Кришналока, вечная обитель Господа, проявлена на нашей планете в Индии. Это Вриндаван, самое священное место. Необычайно прекрасны леса и рощи Вриндавана. Воздух напоен неповторимым ароматом чарующих цветов. Священные воды Ямуны омывают эту духовную обитель. Каждое живое существо во Вриндаване, каждая травинка — это воплощение великой личности, получившей милость Господа родиться во Вриндаване. Но только искренние души, имеющие духовное зрение, могут увидеть Господа, Его вечных спутников и необычайную красоту Вриндавана. Галока, 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 Галока Вриндавана — обитель Всевышнего Бога, ты дом, где мы жили всегда. О Кришна, играющий с гопи, о мудрый извечный Творец, подобные лотосам стопы влекут, ты мечтаний венец. Господь мой, твоя я рабыня, хочу лишь тебе служить, всегда воспевать твое имя и только в любви к тебе жить. На землю пришел не случайно ты 5000 лет назад. Всего ты отец изначальный, ты бхактов своих видеть рад. Галока, 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 Галока Вриндавана, обитель Всевышнего Бога, ты дом, где мы жили всегда. Мишури, Бхагават, Бхактира, Хайтуки твои. Ай, Нанда, Тануджа Кинкарам, Ацита, Мам, Вишам, Ибавам, Бхатхау. Крипая Тава, Пада, Панганджа, Стита, Дхули, Садришам, Вичинтая. Не нам глата шукая, вода нам как дарт хегера, лакар мечта во плаката, това нам агрохань болишится, юга это мне мишу, на чек шуша повлешает, шуни там джага, царвам говень до вирахинами. Ты
can feel the difference. Вайкунтхи — это вечные планеты духовного мира, Кришналока — обитель Верховного Господа. Над этой обителью не властно даже время. Все, кто обитает там, и полубоги, и демоны, поклоняются Господу, как Его преданные. Царство Бога, или сфера Вайкунтхи, в три раза превосходит по размерам материальные вселенные. Наша Вселенная с мириадами звезд и планет всего лишь одна из миллиардов подобных ей вселенных. И все эти миллионы и миллиарды вселенных вместе взятые составляют лишь одну четверть творения Господа. Планеты Вайкунтхи простираются за пределами этого неба и составляют три четверти творения Господа. Творением Всевышнего нет числа. Ну что ж я плачу, Кришна? Ведь страдания ты даровал, чтоб проступил ясней твой лик. А этот мир исполнен увяданий и смены радостных и тяжких дней. Спокоен будь и в радости, и в горе, так учит Кришна в Гите нас. То песнь Господня, то великий глаз, то кладезь мудрости, и с ним не должно спорить. Сказал, ведь он всему начало начал. Что пожелаешь, ты в Гите найдешь. Читая Гиту, ты к Богу придешь. Все виды йоги Кришна нам дал. Бхакти, любовь, выше всех он сказал. Все-все виды знания Кришна нам дал. Бхакти, любовь, выше всех он сказал. Тот, кто Бхагавад-гиту прочитал, тот явно к Богу ближе стал.